Привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня мы начинаем большой и очень интересный поход. Мы едем в штат Виктория, в национальный парк Wilson's Promontory. Будем там ходить 4 дня. Это очень красивое место. Наверное, это мое самое любимое путешествие. Мы были там лет 5 назад. Я сложил рюкзак на 4 дня. Сейчас мне нужно заехать за Ирой, потом нам нужно будет ехать 1000 километров примерно. Я думаю, будет очень интересный поход. Я очень excited, как говорят у нас в Австралии. Ну давайте, выдвинемся. Обычно остаемся в кемпинге, но сегодня, чтобы отдохнуть, взяли мотель. Тут просто хоромы по сравнению с мокрой палаткой. Вот завтра рано будем выезжать, в 6 утра выезжаем, чтобы успеть на место встречи. Так, мы прибыли на место встречи. Тут особо никого нету. Вроде светит солнце и идет дождь одновременно. Подождем наших друзей и идем. Мы стоим, ждем автобуса, все в сборе. Вот. Автобус нас завезет куда? На Telegraph Saddle, где мы начнем наш тяжкий 70-километровый поход. 70? 40. 40. А, 40, да, 40. Извини. Извините, 40. Потом еще 30. Первые два дня 40. Все-таки пошел дождь, начинаем. Дождь. Дождливо, но очень красиво. Первая часть маршрута у нас простая, нам только нужно пройти 20 километров вниз до нашей первой стоянки по такой относительно прямой дороге. Дождь вроде кончился, сейчас мы поэтому можем спокойно идти, наслаждаться видами, свежим воздухом, шумом реки. Вообще, это мой самый любимый поход. Это был первый поход многодневный, на который я сходил в Австралии. Где-то лет 6 назад мы ходили с нашей компанией. Тогда было, правда, жарко, где-то плюс 40 градусов. Не то, что сейчас. Сейчас должно быть тоже плюс 40. Но какое-то странное искажение природы. Поэтому холодно и дождь.
Вот. Если вы живете в Австралии или особенно живете в Виктории, очень рекомендую. Тут можно не обязательно идти на много дней. Можно просто зайти, погулять и вернуться обратно в течение дня. Вот так. Красиво вокруг меня. Ну, эта камера, наверное, не передаст всю красоту. Но здесь очень отлично. Первый раз мы сегодня увидели океан, вот он. Дождь закончился. Дождь закончился. Сейчас купаться пойдем. Купаться пойдем. Отлично. На привал, закупим воду, на кофе. Снимай, да? Сало! Сало. Все снимают. Там песочек белый. Мы встретили вомбата, вот он на заднем фоне. Это чисто австралийское животное. Вообще, они ходят только ночью. И то, что он днем вышел, как-то странно. Но он маленький, судя по всему, ребенок, может, отбился от мамы. Часть тропы пролегает по пляжикам, тут камни. Кира общается с камнями. Надо догонять наших друзей. Мы залезли на гору Керсо Пик. Проделали тяжелый путь в 40 метров высоту. И ни хрена не видим, потому что там очень плотный туман. Поэтому нам остается только доверять, что там очень красиво. И мы не зря сюда залезли. Мы сейчас спускаемся туда, вот, на тот пляжик. Будем где-то возле него ночевать. Очень красивая бухта. Покупаемся. Сейчас найдем место. Поставим палаточки. Вон туалет есть. Людей немного, наверное, 3 палатки пока только. Столик забили. Да. Так, мы идем на пляж купаться, точнее, купаться буду я. Андрей идет купаться, а мы идем за компанию. Ну, посмотрим, может, вы захотите еще тоже.
тут заливчик. Спокойная холодная водичка. Дождь кончился за мной. Там видно в горах туман. Яхточки. Просто волшебно. Завидуй земле. Смотрите, там какие-то за мной скалы красивые. Просто супер. Я в раю. Сейчас мы будем заливать воду, пакет с сухой воду. Давай загляни в каждому в тарелку. Да. Пройди с рационом. Давай, все показываем. Да. Так, у меня что? У меня кремовая карбонара. О! У меня получилась грибная болоньеза. Вот можешь снять даже. Вот так внутрь-внутрь, да. Заглянем. Пирог, а у тебя, Ира, что? У меня. Супер. Прям лапша такая. Короче, это надо перемешать все. Сухая еда. Сейчас. Погодку покажи. Погодка. Сейчас все перемешаем. Погодка у нас не очень. Опять пошел дождь. Все опять с грустными лицами. Грустными лицами. Кто это грустными лицами? Не-не, мы все на позитиве. Это наш лагерь, палатки наши. Это уже не наши палатки. Так, утро в нашем лагере. Обалдеть. Мы тут вышли с утра на пляж посидеть, попить кофе, посмотреть на воду. Мы отошли от кемпинга, идем прогуляться на пляж. Там необычный песочек. Настя обещает, что будет красиво. Посмотрим. Никто не пострадал. Какие-то фильмы смотрели. Детские фильмы. Да. С лодки какой-то вывалилось. Наверное, лодка разбилась, да? Да, я думаю, что вот отсюда. Можно погуглить бы их. Это прям детские. Ну, это, наверное, камень, может. Какой-то дядька плывет к нам на лодку сюда. Может, он знает, что случилось.
Этот дяденька рассказал нам, что крушение произошло 2 дня назад. Яхту припарковали в этой бухте, поставили на якорь, но была очень сильная волна и ветер дул в сторону берега. Поэтому яхту затянуло к берегу, и она развалилась. Капитан яхты был один, 80-летний какой-то дяденька. Он выжил, за ним прилетел вертолет, спас его и увез в больницу в Мельбурне. Но, по словам этого чувака, он очень сильно пострадал. О, посмотри-ка. Там есть, который не трогает, ну-ка, это течет уже. Он не открыт, он... Короче, чувак физически не пострадал, но морально был очень раздавлен, что его лодка развалилась. Очень был испуган, не мог связать и пару слов. Поэтому его везли на вертолете. Что с ним сейчас, неизвестно. Надеюсь, что все нормально. Дядька спросил, кстати, откуда мы. Я сказал, что из Беларуси. Он сразу сказал, о, Беларусь, трактор. Говорит, у моего знакомого был хороший трактор. Не знаю. Говорит, трактор опережал свое время. Может быть, когда-то. Сейчас Беларусь тракторов не поставляет в Австралию. По сути, идем в обратную сторону, возвращаемся туда, откуда пришли, проходим этот красивый пляж. Сегодня погода получше. Мы пришли на очередной ночлег, на второй. Сейчас покажу вам примерно обстановку, как у нас тут что выглядит. Тут у нас плита, зарядник для телефона, мастерский аппарат, дождевая вода, мы будем ее фильтровать и кипятить. Это наши палатки, рюкзаки. Вот это соседи повесили еду, я думаю, это для того, чтобы кенгуру не сожрали. Это моя палатка, тут я сделал такую сушилку. Повесил сушиться барахло. Это Настина палатка. Тут тесноватый кемпинг, почему-то мы еле влезли. Там мой матрас, спальник, пузырь с водой, рюкзак, палка. Сейчас будем готовить кушать и ложиться спать, а завтра у нас... День будет, точнее ночь будет уже на маяке. Мы не будем ночевать в палатке, к сожалению. Может и к счастью, сходим в душ.
наконец-то настоящий. Мы пришли на промежуточный кемпинг, оставим тут рюкзаки и пойдем на самую южную точку Австралии. Вау! Wow. Это самая южная точка Австралии. Это Тасмания. Тасмания не считается. Тасмания — это не Австралия. Вот, прогуляемся 3,5 километра вниз и потом вернемся 3,5 километра. Мы почти дошли до маяка, вот он за мной. Мы залезли на маяк. Так, небольшая экскурсия по нашему коттеджу. Это наша кровать. Значит, тут надо спать в спальнике, потому что белье не дают. Сейчас покажу. Вот здесь у нас туалет и два душа. Комната отдыха, есть камин, можно разжечь. Книги. Есть плита, микроволновка, вода. Питьевая вода здесь, холодильник. В холодильнике уже охлаждается наше шампанское. Мы тащили его, чтобы отпраздновать Новый год. Так, здесь выход на террасу. Ой, на балкончик. Красиво. Фух, красивый вид. Тут есть стульчики. Заплатили мы за этот домик по 150 долларов человека примерно, это дороговато, учитывая, что даже постельное белье не дают, но зато такое очень красивое место, можно было принять душ.
посредине нашего путешествия. Очень комфортно, я бы сказал. Вот. И мы тут проведем последнюю ночь, а завтра уже у нас будет последние 22 километра, и будем уже выезжать домой. Жаль, конечно, очень красиво. Хотелось бы побыть подольше. Может, еще когда-нибудь приедем, посмотрим. Это у нас... что это вообще? Apple pie. Короче, это мы сделали десерт. Это яблочный пирог. Вот, сможешь обложку показать? Это мы его из такого пакета сварили. Вау. У нас новогодний поход. У нас есть елочка, шампанское. Давайте. С Рождеством и Новым годом! С Новым годом! Это шампанское, которое мы на своем горбу тащили 3 дня. Мы его наконец-то открыли для того, чтобы отпраздновать Новый год. Поэтому всех поздравляю с Новым годом и Рождеством. Всем удачи, здоровья. И я вам хочу пожелать, чтобы вы почаще бывали в таких красивых местах, как мы сегодня. Вот и все. И не забывайте лайкать и подписывать. Если вы смотрите это видео, по счастливой случайности, вы не моя мама. Или какой-то из моих подписчиков, подпишитесь, да. Cheers. Все. Cheers.
Идем последний день, все уже устали. Последний обед. Наш поход заканчивается, осталось 3 километра. Мне очень понравилось. Всем советую сходить.